Кадет Роман Козлов с детства мечтал стать барабанщиком и пройти по Красной площади с оркестром в числе участников Парада Победы. Одна мечта подростка уже сбылась. Он каждый день ходит на репетиции барабанного расчета Самарского кадетского корпуса МВД. Занимаются с ребятами настоящие военные дирижеры и оркестр 2-й гвардейской общевойсковой армии. Роману Козлову музыкальная наука дается без труда. Это очень легко. Просто надо слух иметь. Мы сейчас играли старого барабанщика. Он применяется в парадах. Барабанный расчет появился в городе только в этом году. Раньше Самарский парад памяти открывали барабанщики Казанского Суворовского военного училища. 3 года назад организаторы решили создать свой музыкальный коллектив. На первой репетиции старенькие барабаны собирали всем миром. В честь 10-летия парада памяти Александр Хинштейн, координатор проекта «Историческая память», торжественно вручил юным музыкантам сертификаты на 40 барабанов. 5 из них они уже получили. Парадный расчет барабанщиков – это еще одна яркая краска в палитре Самарского кадетского корпуса, который стал уже неотъемлемой частью нашего региона и без которого мы не можем себе представить больше нашу Самару, нашу Самарскую область. Так держать, товарищи кадеты. Кадеты в долгу не остались. Для гостей устроили мини-концерт, исполнили гимн Самарского кадетского корпуса МВД. Лариса Шлафаст, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.